А ты все, Костян, да? Ну, у меня график поменяет, я смогу два раза на РТ проходить в неделю. И сколько так будет это самое? Ну, май целый. Короче, слышали, в мае 2 РТ в неделю будет. Почему у Так, нас может, Леха едет? Праздничный Все месяц, да? нормально. Выходные. Да, мир, труд мой. Поэтому получается, май чилит, да? сейчас приор Лехе залутать два куска оставшиеся и открыть. Остальное дальше будем смотреть. А дальше за ломаны еще, чтоб бил наконец-то. Боди, иди сапай. Да схуяли, блядь. За щеку. Может тебе? У нас сейчас куски лежат, я буду давать. У людей. Да похуй, а у я тебя сам за ломаны я сам понимаю, заберу. Вадикон, я ж тебе говорю, Да я не какой сейчас тебе, я приор. понял. Ну, я так понял, ему-то надо сколько? 6? Кому? Лехе? А, воронок. Два куска не Не... хватает. Два куска ему, да, не хватает. Ты Ну, мне можешь Лехе 4 надо сразу, будет. ну вот, ты можешь сразу Лехе 4 Потому отдать что, сейчас, а типа, на пацане одну у него сразу шмотку. будут. Они не факт, что И я я еще раз ему говорю, будем воронки распределять в конце КД. Правильно. Давайте активнее, давай это быстрее. Ну и как написано в гильдии, ну типа в правилах, там какие написаны. Типа, чтобы получить от гильдии воронку на одну Надо шмотку. про... Одну воронку надо на лицо, на каждую шмотку. Пасифей там за контроль. Дайте смерчи, ну в натуре, она в детере стоит, кто-то ее бьет просто. А кто даст ей смерч? Ну-ка давай. Ну А, Керус, нету, да? нахуй, у него вообще-то моментальный смерч. Но он вообще-то, по-моему, не здесь, не с нами, нет? А вот он, блядь, в коте Вон бегает. он. Ну. У меня он просто показан далеко. Не, у меня нормально. Здесь где-то. Бах! Костя кинул просто тарелку и всех сразу сагрил. Я два раза кинул, он один раз и все. Ну я тебе говорил, почему. Не, да это-то понятно. У меня символ стоит. Да, не то, что символ. Я имею в виду, что Плюс 4Т5. да, 4Т5 вообще прям жестко. Ну и у меня тарелка в два раза больше наносит урона, чем твоя. За счет символа. Так что, сколько воронок выпало за сегодня? 4 уже. Если троить не будем, Диспель. делать будем. Не страдайте хуйней. Чем больше нафармим, тем лучше. Побольше людям куски пооткрываем. Да, если под конец РТ все люди зайдут, может пойдем ЦЛК пронесем чуть-чуть. Глянем по людям, может ЦЛК донесем, может РС-ку закроем. Слава. Он в ахуе сидит. Ты тут, блядь. К сожалению. Чё, по 150? Чё по 150? Грамм? Грамм и всё. Ну, можно ЕП. Суббота, вечер, РТ. Чё, по 150? Вопрос есть такой. А у нас есть какой-то еще один воронка фарму гильдии? Уже нет. Уже нет. Ой, ну я просто у Инвизибла спрашиваю, он говорит, я на воронка фарм. Я говорю, каком, блядь? Он, а, нет, он с пугами ходил, значит. Он с пугами ходил. Себе фармил. А, даже так. Ну, в принципе, нормально. Это за первый час. Где-то писал там, по-моему, блядь, в системе лута. Так что судите сами, есть смысл приходить или нету. Вот 300 ЕП за час. Больше, чем, блядь, за инстуну. Не, за... ну типа, опять же, кто не ходит, тот и сам. Маршал Милики, смотрите аккуратно. Да, я его отведу. Ну, попробуй. Я думаю, ты не заберешь его. Да я стою уже, нихуя не делаю. Ладно, Леха, кто попадает больше. Милики кастеров, РДД, пусть этого ебана, вообще. Мне кажется, хотя бы одну птицу надо убить, здесь... чтобы проще было пробегать. Смотри, нахуя? Паладин настойчиво. Слава. Ну так ты видишь, они не пробегают. Артис.
Блять, все пробегут, Слава. Подожди. Там 10 IQ надо, чтобы пробежать этих птиц. То есть нам вообще без вариантов. Ну да. Это ж так, ну, трудно постоять 10 секунд, блядь, птицы пролетели и пробежать. У меня с ДВГ 40. Вообще, давай пизди какой-нибудь анекдот, у меня настроение хуевое. Хуя. Анекдоты. Сзади птица, аккуратно. Так, аккуратно. Направо, в угол все. Все, пиздец. Это стелсина. Ёбаный... Не надо сюда, зачем ты, ты, блядь, ну ты сагрила, ну умри, прими, блядь, смерть с честью, ёбаный сыр. На ком комбат в рейд не заходит. Все, она улетела, тихо. Никому не двигаться. Ну теперь из-за этого они по-другому летают, блядь. Да не всегда так летают. Там сагрил все на меня. Вставайте. И засумоним, кто там... Да, взятому надо еще бежать. А, я понял. Да я рядом тут лежу. Меня, в принципе, риснуть могут легко очень. Ну, либо пусть кто-нибудь выйдет. Ну, чисто стелси, блядь, поднял ножом, короче, одного. Сейчас поднимает гамазеку. А я лежу рядом. Ты не с пульта, как? Она же может поднять. Своими коленками сухими, андедовскими. А птица уйдет? Керос, иди в инвизи, пройдите самое проще. Да, зайди, речь не он. Слава, вернись обратно. И поставим шкаф в инвизи, была за сумоним и урги. Это все будет требовать. Да, я же поднял. Ёбаная, бля, птица летит. Беги! Там в угол встать, если никого не бьет. А, наеба. Взятый, давай шкаф. Чё ты, Костя, анекдот хотел? Держи. Ебаш. Держи, блядь. А, значит, позвали как-то нашу компанию на работе на молочный комбинат. Я пошел, посмотрел, как делается молоко, и понял. И больше ни молока, ни творога, ни сыра есть, пить не буду. Чё, как-то раз нашу компанию... Потащили на мясокомбинат. Теперь я колбасу, мясные вырезки и прочее не ем. Завтра нашу компанию пригласили на ликёро-водочный завод. Перестанешь бухать? Я не пойду. Ну что, ну их нахуй. Это видео как-то ходило. По Ютубу, не знаю, ну давно уже, лет 7, может, больше назад, как косынку, вот эту вот косичку сырную, копченую делают в Омске. Мужики там плавали в этих чанах молочных. Это китайцы под мышками. Наоборот, взял. У нас есть именно нормальная компания, которая делает молочные продукты, туда экскурсии. Веду моба. Ну, я, кстати, знаю, что у них хорошо. Там по-нормальному делают, там ничего такого нету. Арвиз чуть-чуть пропустил, это анекдот был. Нет, у нас это Таврия. Ну, прям под новой каховкой был ликеровочный завод Таврия. Не знаю. Особенно как там побывал, наоборот. Больше доверия к ним появилось. Больше бухать захотелось. Нет, просто как-то больше доверия. Он как бы, да, ради доверия бухает. Чтобы поддержать ликероводочный завод, которому доверяет. Да. Держим ротацию производства. Сейчас попробую. Я так не пью, я просто поддерживаю. Смотрите, кровостражи в первую очередь. Кровостражи сыграйте в первую очередь. Да, блядь, я не алкоголик, я патриот. Под пивос? У вас патриотом. Да, блядь, машина. Ты наебаная. Два слота еще надо где-то найти, и можно двигаться. Пугов. Нахуй надо. Куда пугов добирать? Зайдите сюда, блять. Либо там в проходе встали, могу заставать. И какой левел нужен? 277. Это пиздеж. Ну так мы, блять, долго не найдем. Я-то тоже выхожу, получается. Остается один на продекс.
За угол. Идет фармить, блядь, РБК. Солоно. И бидон остается. Все. За угол. Леха, дай ему стоит. Нихуя ты 20 минут передать. Я хуею, конечно. 20 минут в камне. А кто там? Вон, урги, блядь. Может, случилось, чуть-чуть пиздишь. Иди спалите стан, паладины. Слава, что ты там доебался до какого-то человека, который играет на энхе и заставляешь его элема делать? Нихуя не понял, блядь. Ни до кого не доебывался, блядь. Ты чё, блядь? Что, пьяный, блядь? Если человек дает двадцатку, блядь, в энхе, пускай, блядь, радуется жизни, нахуй. Он... Кто там доебался? Чё, гурт да был, что ли? В вечернем статике доебался до человека. Ты неправильно... Ты прочитал хуйню какую-то. Я прочитал, что ты написал. У него элем, он не может давать в элеме, поэтому он решил давать в энхе. А, ты за Джуна за этого? Как бы ему так рассказать, что он в элеме не даст? Он 266-й в элеме, да? Я ему сказал, собирай элема, говорю, нахуй. Потому что элем, блядь, РДДшник, он везде нужен. А энх нахуй нигде не нужен. Я не знаю, энх наоборот больше полезнее, чем, блядь... Энх... Нет, ты не прав. Энх параша. Призан, слышишь? Призан в атаку. Призан, разъеби деда нахуй. Не, ну Призан тот энх, который оделся и дамажит, блядь. И у него еще хилл-аспек есть. Так причем он... А у того нихуя нету, нахуй. Так он сейчас, я смотрел ДПС, он тебе сейчас в энхе дает, блядь, 18-19, блядь. Не дает он, блядь, не дает он. Я ДПС чекал, ты что, прикалываешь? Он 18 он дал, почему? Вы я там тоже пока смотрел. Пиздите, пробегайте. По-моему, 16 он дал. 18 на орке. 18 а я на роботе смотрел. Ну, нихуя ты, блядь. Давай я спулю. 18 давай. Так, блядь, повезло, нахуй. А там у энха уже вроде очень... Так рус. Важно, типа, бить манекенов. Да, типа, они не манекенов, вроде вообще не дамажат. Ну да. Блять, кто нахуй? Так а нахуй такие нужны? Ну вот дамажат. Именно, я про это и говорю. Энхи не манекенов, не дамажат. Вы что, сейчас ебавы, ну, вы говна? Ну он тебе правильно говорит, если не автоатачишь, то не получаешь оружие водоворота, не истосу ветра. Ну, что-то я тебя твои скиллы нихуя не наносят. Он просто в энхи не играл. Блять, как Призан бис. Ну, ладно. Призан это, блядь, он тактики знает и все знает, типа, он совсем с ним нельзя сравнить. Ну я тебе говорю, он на Элиме даст тебе меньше, чем в Энхе сейчас, чем что он будет. Ну что, типа, блядь? Это на каком боссе? На Орке пусть бьет в Энхе, ради бога. А на Синдре пусть Элимом будет, как бы это... Равнили бича с Призаном, а? Ну. Без ШП, давай, надо зло героических, ё-моё. Алло, нам надо ШП? Да. Что у меня есть ШП, я могу на ШП пересесть. Нет, у нас слотов активных я буду... нету, блядь. Я во второй рейд буду ШПшкой. Это кто говорит? Подожди, говорит, давай веди. Один лок на одного ШП поменять? За угол, встаньте. Нет, он во второй говорит. Во второй надо. Кто жить хочет? У меня там ШПшников штук 5. А, да? Ну, нет, да кучи, шестым будет. Только массакры ни у кого нет. Тогда не буду. Нет, а там не 5, там меньше. Прожимки. Два, по-моему, было. Да прожали. Надо. ШПшник надо. Прожимки свои сдайте. Я просто тут ротацию пощупал на нем. Мне понравилось, прикольно. Я 21 дал. А, 19200. Демона в рейде нету, так что забей. Да не, на мейн статик то да я он, понимаю. Блядь, не про этот рейд иди говорит. Что, дрочите, что ли, или что? Да, тебя... Он про вечерний говорит. Я думаю, что Костя дрочит, честно говоря. Я, конечно, не видел, фотографии у меня нет. Идут, если что, я вам сразу говорю. Мне только интересно, откуда ты такой осведомленный. Да, веди. Можешь назвать это интуицией. Воронж. Костя прямо сейчас, да, сидит, хуярит. Да. Рокобода завершится. Кто там одной рукой играет у нас? В основном... Паладины. Одноруки бандиты. Не надо тут говорить, блядь. Бля, а чё, один парк? А шо нахуй, лужу под себя сыканул нахуй, и всё, и пиздец, блядь, вот тебе по его, факту, блядь. Тут любым классом, блядь, одной рукой играть можно. Ну не, котик какой-нибудь. Да, блядь, тоже, одна рука.
Я не знаю. Но холодно. Смотри, если все настроено удобно. Если босс не двигается, одной рукой спокойно. Да. Не, ну ротацию, да, ротацию можно на ком угодно поддерживать, согласен. Ну, так и все. А вот если босс двигается, на котел уже... Получается, что все воверы дрочилы, так что ли? Да. Ну да. Нет, быть того не может, блядь, не верю. Ты в серию Соус Парка смотрел, блядь, про Варкрафт, нахуй? Мам, как вот это, да, поросенок? Да, вот это вот. Это вот все варкрафтеры такие. По факту. Сидит-то на сральном ведре сейчас. Это все варкрафтеры такие. И успокаивает себя, что не только он такой, да? Получается, диксрессерское сральное ведро, получается? Сральное ведро, да. Сколько у тебя воронок сейчас? 4, да? 5. У меня 6. Вот шестая. У меня одна замуталась. Там получается одна воронка на одну шмотку, да, ты когда-то? Получается сколько? Нет. Три воронки. Три воронки на одну шмотку надо. О, ты предоставляешь да. сам одну, и тебе гильда дает две. Неплохо. На одну шмотку. Вот у меня одна есть, давай мне две, ебать. Так ты и есть гильда. Тебе гильда не дает, а ты даешь. Наша гильдия не, блядь, чтобы каждому давать, знаешь. Правила одни для всех, блядь. Да, только для вас, да? Все для глухих, повторяю, воронки будут распределяться в конце КД. В конце этого года, нахуй. В смысле, в конце этого КД, нахуя? На конце. Посмотрим. На чё смотреть? Оставьте 4 воронки танка и все. На чё смотреть, блять? Ну, типа, у нас просто у людей куски еще закрытые лежат. Я понимаю. Ну, я понимаю, ну, то есть, тебе нужна замена танка. Мы оставляем 4 воронки, а остальные раздаем сейчас, чтобы люди открыли и уже завтра дамажили в 2-5. А остальные, говорят, расход. Чтобы отпиздошили вайшу. Почему? Канцелятора вообще открыты, по-моему, нет? Да, ему открыли. Канцелятора мы открыли. У кого? Два куска лежат точно. У Хукмастера, по-моему, не открыты. Я не знаю, открыл он или нет. У Призана два куска лежат не открыты. Хукмастер на рогу пересел. На два куска Энха дамажит? Нет. Ну так и смысл. Ну какая разница, а тебе потом хочется ему 9 воронок давать? Понимаю. Два куска Энха, не два куска Элема, не понимаю. Я хочу, чтобы мы жили. А чё вы там... Тогда профитнее, мне уже отдать. Это две пачки вы сами, да? А у тебя тоже два куска? Мы каждый раз... У меня это называется, надо дистиллить станка вовремя, нахуй. А не дрочить, блять, вот это. Ну, станы. В натуре. Глеб, ты просто 4 воронки. Два танка стоят в стане, вам похуй. Ладно, похуй, не только это, не резайте. Добивайте вот эту ёбань. Это последние пачки были. Ну, тем более. О, Олег проснул. Можете его сначала накинуть, а потом его взять. Ой, это что, это мы сразу сейчас с ЛК пойдем? 24, 25. Да похуй. Почему 23? Ух. Ух. Ух, говно насыпал. Так что? Не хорошо, фармим дальше. Пролутайте мобов всех. Вчера 24. Не надо ре. Что там все упали? Нет, Рома пошел куда-то, блять, хуй знает. Рома, сдохни уже. Тебя никто не любит, Рома. Сдохни, блять. Выходите, сын. А, угря, кикай. А, нет. Он в Долоране. Пиздец, Костю засудят и посадят. За подстрекательство к самоубийству. Блин, свидетелей 20 человек сидит. Давай, будет стопай там. Призван в хиле? Ну, должен быть вообще-то. Да, должен быть призван. В ДД неплохо справляется. Ну а должен быть хиле, блять. О чем мы падаем? Цепуха бы лишняя вообще бы помешала. Мы не падаем, если голову не ебете, мы не падаем, слава. Цепуха бы лишняя вообще не помешала, еще раз повторю. Которая 5 целей хилит.
А если бы все делали то, что просят, вообще цены не было. Вот, подвисает ему кое-кого, блядь, поэтому я его в хилай спекнул. Боди, сапай. Какой его, как бегайся? Где боди взятый, аек? Не знаю, нахуй. Яночка, поставь шкаф. Давай крайнего попробуем. Может, не пойдет. Сейчас, подожди, аек. Нахуй сапать вообще, пуляй, да и все. Чтоб не спулили второго звездного прорицателя. А как его второго спулят? Ты крайнего агришь, и у тебя один агрец. Леха, лови. Его никак не спулят, блядь. Ты чё, угораешь? Я много всякой хуйни видел, Слав. Поэтому... Я когда пулил, всегда один пулится. Вот три моба пулится. Вот этот... Но... Это мозгов у кого-то мало, ешки, нахуй. Я понял, там ОЕшка ебашит. Это вот. Просто бичи, нахуй, пулить не умеют. Один таунт нажимаешь на него и все, блядь. У тебя один моб пулится, блядь, и два рядом, которые стоят. А три стоят. Звездного доиграли сначала. А что такая гробовая тишина, страшно стало. Запугиваем. Заебал уже пиздеть, потому что. Кто? Кто-то точно заебал, блядь. Конкретно ты. Это запугивание называется. Запугивание за ломаныча. Ебать, напугали ежа голой сракой, нахуй. Сейчас допиздишься, детки, приедет, в душу пробьет тебя, нахуй, потом спать будешь. Боюсь, он обратно не уедет. Дед он, нахуй, на гиперзвуковой ракете летает, нахуй, ты чё, бля, угораешь? Как... Он на кинжале летает, как, да? Как называется? Как Баба Яга, нахуй, она-то на ступе с метлой летала, нахуй. Тут у меня модернизированная она. Дед Яга получается? Типа, блядь, родственника. Он дед нога. Дед костяная нога, нах. Дед костяная хуйня. Ну как, бля, костяная хрящевая, конечно. Ну костей-то нет, блядь. Хрящевая. Дед, у нас, знаете что, у нас дед эмоционально нестабилен, если что, ну так просто. Не, блядь, будете пиздеть, блядь, замутаю нахуй. Эмоционально, блядь. Эмоционально нестабильный человек. Вчера на граблях это было проявление его нестабильности. Ну да. Я вас, говорит, выебу. Так ты видел, что они сделали? Из 6 РДД, которые были в рейде, 4 сели в пушки, нахуй, и двое не били нихуя никого, ни ружей, никого, никого. Ну это я утрирую для интереса, чтобы рассказ был интересный. Ну, конечно. Для оправдания себя, да? Он насрать чувствует, он это делает. А мне-то хули оправдываться? Я, блядь, на ДЦ стою, смотрю, меня просто 10 ружейников расстреляли за секунду, нахуй. Там, если что, оружейников могли и бить милики, которые... Да, до того, как нахуй, когда танк улетел стаки скидывать, да, я прямо и смотрел, там милики так и били, ебать. А Муратин тогда стаки как скидывал, ебать. Да там милики вместо того, чтобы бить нахуй, блядь, оружейников, они заливают, блядь, мушки и мушкетеров этих ебаных. Вот и слушайте все, как обсирают миликов, поэтому я, блядь, говорю, нахуй. Милики и моча, нахуй, РДД создаем, ебаный урод. РДД тоже моча. Хантов, там сов, нахуй, ШП, блядь. Я ответил. У меня есть маг-лок, я на мага 3. Понял, тебя с этого... Я говорю, знаю одно слово. Не, кратко, типа, но со смыслом. Твинк твинком, но типа вы должны понимать, типа, ну, без моих объяснений, чтобы рейд закрыть, нужны определенный состав нужен. Я контролю. Да, поэтому Слава, блядь, пошел непонятно на ком. На ком я пошел? На паладине, нахуй. Когда нужен был ДЦ. Опа, предъявы. Нахуй. Зачем сюда подходишь? Я отвожу, а ты подходишь. О, он понял. Правильно, Святос, туда его нахуй.
А кому? Я думал, Света Света мне говорит то, что я миликов начал обсирать, типа, я думал, кто мне делал, где нахуй. Да и тебе, и деду, все идите нахуй. Тебе за компанию, блядь. Тебе прицепом просто. Не с пульти только. Тихо, тихо, тихо. Сейчас. Дай пал. 8 лет гарантии. У людей мыслительный процесс, подожди, ну. Мозговой штурм. 8 лет гарантии на чё, блядь? На то, что ух, я сыбался, нахуй, а вы как хотите. Всё, прошёл, видишь? Ух ты ж, бля, он сыбался. No way. Сразу шкаф, нахуй, готовимся. Кто сагрил, сюда не идите, примите смерть там. Кто сагрил, тому ГП надо. Деда сумоню на всякий. Стелси на месте бегает. Где птерсминок вообще? Стелси сагрила. У человека диплом. И вчера, блядь, его отхуесосил, блядь, как последнего, блядь. Он не перейдет больше никогда. Кого отхуесосил? Птерсминога этого. Чё, с ума сошёл, что ли? Не, её не было вчера. Или кого, кого-то он из шамана вчера херососил. Неаполитана. На... А, неаполитан, извините. Да, да. А чё он его хейсил-то? По факту? Ну, он красного взорвал. А, ну, блядь, всё, мудак. Да не только ну, он там взорвал вопросов. Красного, блядь, там есть да, ещё все, пара, давай, человек. Скажи, Дима, скажи, что все, нахуй. Ну, всех, все остальные, кто взорвал, сказали, что они залагали, а он этого не сказал, так что, блядь. Кстати, да. Так что все, его вина доказана. Кстати, главное да. Вовремя сказать, что это, что ты типа залагал, и тогда ты не мудак получается. Да вчера типа даже не доебаться было, потому что лагали все. Да. Причем я вчера поржался с того, как это Леха такой стоит, и говорю, Леха, иди, говорю, в РДД-зону, там, блядь, лужа разлилась. Леха стоит, АФК, я думаю, какого хуя, блядь, он делает, блядь. Он завис, а на меня красный идет, я говорю, Леха, ты завис? Да, я завис. А, ну ладно, понятно. Я просто остановился, не, даже не начал убирать, нахуй. А хули ты не бежал? Опа, преднамеренный вайп, блядь, ГП этому молодому. У меня что-то зависло, плевка не было, блядь. Он бежит, нахуй, блядь, впереди паровоз этот красный, блядь. Или ты не знал. До конца идти надо. Или ты забыл. Вроде как Боб спасает, нет? Нет. Если ты такой умный, то где твои деньги? Закрой рот, Джонни. Донни, заткнись, нахуй, Донни. Ну вот, всё, я запомнил, дед. Ковер, говорит, задавал стиль всей комнате, блядь. Не, вчера мы в стилка такого стиля наваливали, блядь, пиздец. Стилька раздали чисто. На меня пиздит, главное. Чтоб все завидовали. Заходи на ханта, говорит, заходи на ханта. Я говорю, что Слава, захожу на ханта. Да не, сиди пока. Заходи на ханта, заебал, заходи. Я говорю, я захожу. Нет, сиди на друиде. Там бэрить надо, говорит, циклоны давать нахуй. На кораблях бэрить надо. Вот он огромный плюс совы там и любого другого друида. Опа, сколько кнопочек прожато. А вы заметили, да, что на кого вчера пиздили, никто не пришел? Синхан не пришел? Нет, я пришел. Он на меня пиздит, говорит, вот твоя сова тут, говорит, ну вот она вообще нихуя не делает. Я говорю, ну блядь, и чё, говорю, ну давай зайду за хата. Да не, нормально, БР давать, Иннер там надо. Я его всем говном обмазал, блядь, дебила старого, нахуй, тут пиздит на сову на мою. Всех, кто вчера получил пиздюлей, никто не пришел. У тебя две слова, да? Да. ГБш, по-моему, пустой. Ага. Я только так и не понял, зачем мне Политану этот, блядь, как его нахуй? Аддон, блядь. Хуй. Вэшка? Не-не-не-не-не-не. Есть Телмивен, Вашка и этот, блядь. Викаурус, по-моему, блядь. Блядь. Вашка и Викаурус. Это одно и то же, сука. Ты одно и то же сейчас назвал. Так, я про Вашку сказал, ну да? А я не знал, что это... Сдохните там. Я не буду слыхать. Я сейчас просто портанусь. Убейте его, сука. Вас, сука, лбов, нахуй. Тут 4 ляма дамага, нахуй.
Это бидон. А что, я не виноват? Это твой Элем вонючий, нахуй. Хули ты бежишь тогда? Он на бидон бежал, по-моему. Конечно, Элем пизды стычки получил и побежал на бидон. Это ты Икстемпу скажи спасибо, что он... Не надо мне ничего... Он спулил своего перса? Все, 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 давайте. Нет, что он сделал Элема плотным. Плотным. Блять, бичи, это хуйня. Ты свое ожирение так оправдываешь. Или это хуйня, в 25 человек бьется, вот 25 секунд моб убивается. Вы, блять, пробегаете. Нет, я про то, что типа. Слава, нахуя это вообще агрить? Вот вместо того, чтобы. Вот видишь, вместо того, чтобы падать и бежать 3 минуты, нахуй, можно убить за 20 секунд мобов, нахуй. Где, блять, математика? Нахуй? Сагрили, конечно. Убили, все. Ты математик. Да. Мозг не компенсируйте. Эйнштейна потом мы кидаем. Давай. Все, Донни, заткнись нахуй. А зачем Рога ливнул? Куда ливнул? Чилить. Он АФК шел. Ну, урги и Рога думают, видать, нахуй надо такой рейш. Сейчас будут давать ИП нахуй. Отошли куда-то. Но уже за час дали. А, уже дали? Я не видел. Да. Можно и ливнуть. Но можете... Через 40 минут вернуться, да? Не получит. Нахуй. А у меня причина. С двух танков диспельте, а? Или вам нравится дохнуть? Кое-что другое. А, у меня дон сломался. Сори, не по диспелю, очевидно. Не, в натуре сломался дон, кстати. Я-то думаю, что я кликаю, ну, типа диспел, а оно нихуя. Да какой дон? Кликаю. На боковую кнопку мыши поставил. Обоссанный аддон. Обоссанный получается. Я сейчас этот вытяну макрос. Да по мулсоверу просто. Ну. Похуй, еще макрос вытяну. По мулсоверу топ. Дедут, да. Нахуй. Все, тихо. Только давай. Топы по мулсоверу играют. Ляночка, веди. Я веду уже, да, не надо. Я понял. Ничего делать. Дед, кидай шелды уже. Сейчас два пака приведу нахуй. Кидай шилды быстрее, блядь, сейчас собака умрет. Акры нету. Там один пак только пока что. Блядь. Хильте второй веду. Этот разъебали пак, нет? Да, 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 веди. А, ну тогда сразу два веду. Че, Костя, пошел диспел? Да. Нормально. Жили. Жили. Так, у меня есть 46 знаков Элидари, но репа не вкачана. Что с ними делать? Ничего. Вкачивать репу? Качать репу. Или можешь он отдать? Можешь мне отдать. Чисто. Там сейчас два пака будет, так что готовьтесь. Да. Есть сакрах. Нет, отдать не отдам, но продать продам. Диспел. Держи. Хоть кто-то диспел. Гамазе. Ну вон, чё вы прохиливаете нахуй, чё? Конечно, блять, когда призен стал хилить. Потому что стелс стоит с фуловой маной, блять. Да у нее лагает. Сколько лагает, отстань. Ну что поделать теперь, нахуй. Поэтому я его и спекал, блять. Она хочет, но не может. Так, веду. А вы не верили, да? Ловите уже его. Не верил, нет. Нахуй его. Еще один пак веду. Сейчас жестко хильте, массакра нет. Блять, нахуй. А, уже залили пи. Нахуй я варкрафт вообще начал играть. На туре нахуй, удаляю. Да, натуре, блять. Два пака. Вот это. Ой, блядь, взял он нахуй, блять. Ёбаный, блять, пес. Не диван, вставать дайте, никому. Диван. По Сефею успел дать. Диван есть. Слава, снимай диван. Блядь, блядь. Это не бичи, это пет. Пет бич, нахуй. Бывает. Ну дай, блядь, ему поебал, сейчас его резну, басы его. Басань. Сейчас, погоди, я басу. Слава. Короче, есть игра.
Вот теперь ты сыт напита. Есть игра, короче, где можно, короче, просто ссать на всех. Ну, не знаю. Постол. Понятно. Постол 2? Благо, я не знаю, бля, таких игр. Ты не знаешь, Постол 2? Почему я не удивлен, что Войт знает об этой игре, бля? Да не, он не знает. Там можно со злыми собаками подружиться, челик лопатой и вместе ссать. И все. А можно кошку на ствол насадить, нахуй? Я не хотел, ты просто говоришь. Хуй с ней, с кошкой, блядь. Есть еще одна игра, короче, там в колбе можно. Медведю этот самый в голове сделать дыру, да, вот это вот. На, рыбу поставил жрить. Рыба вот стоит, блядь. Весенний лес, весенний лес. Там я любил петицию, чтобы мне подписывали, там он такой говорит, блядь, подпиши эту петицию, или я приду к тебе домой и убью твою собаку. А на второй раз нажимаешь, там, подпишите эту петицию, или это придется делать выжившим членам твоей семьи. Я так понял, подожди, после... собака бегает, похиль. Я так понял, после Джон Вика решили все собак хуярить, да? И потом тебе Джон Вик, блядь, приезжает. Постол был перед Джон Виком. Я думаю, да, был перед. А точно был перед Джон Виком. Значит, получается, Джон Вик спиздил, да, получается? Получается. Джон Вик — это просто сын Постола, нахуй. Плагиат ебаный, блядь. Ага. Весенний лес. Весенний лес. Кто на мой член залез? Опа. Я. Опа. Сань. Ты гомосек, я понял, блядь. Молчал. Кто? Сашко. Саша? А шо такого? Все мы взрослые люди, все всё знают, все всё понимают. Понятно. Стань, где ты, блядь? Я думал, ты только со мной, блядь. А ты... Чё, нахуй, больше не пиши мне, гнида чёрно-жёлтая. А ты в гости не зовёшь, говоришь, что мы это пойдём на площадь и вину кушать, а так нет. Да на площадь? Но если выживешь, когда ты едешь, приезжай. Как говорится, ради любви можно и поехать. Что-то лута мало, блядь. Бля. Че, уже 6 воронок, да? Хоть на край свет. 7. А, у тебя еще. У меня 2 только. Ну, у меня 5. Че, все? Нет, еще, по-моему, один баг. Один или два. Получается, в среду не будет выходного, блядь? Не будет. Будешь пиздеть, будешь 8 дней работать, нахуй. Да я просто с игры туда лимну, нахуй. КД продлим, ёбаный в рот. Посмотри, а то мы все приедем к тебе. Да ладно, задавал стиль всей комнате. Нет незаменимых людей, понимаете? Любого человека можно заменить, нахуй. Да, что? Незаменимых точно нету, нахуй, но вот на РТ, блядь, бывает, что нету 5 человек, нахуй, рейтинг состановит. Ну, так это твои идет. Слова, нахуй, да. Незаменимых нет, блядь. Бывает, что холипалов света или тьму у вас нет в РС-ку. Просто только в том, когда и танк, блядь, не прохиливается. А бывает просто, когда у танков лагает, и все, пизда, да? Бывает, да. Это сервер. Ну, сервера тоже незаменимого нет. Ну да. Ну, погнали на дырку ль-хули. Вчера тоже на дырку ли только отсталые там школьники. То есть, подожди, то есть, если люди не видят красного слизня, это получается сервер лагает. Да, да, сервер. Получается. Может просто не желтый, блядь. Может они дальтоники просто и все. Может быть, я не знаю. Более у вас воспоминает. Последний пак был. Да, это был последний. Вы всех мобов обшарили, проверьте там у кого-то, может, что-то. Проверяйте там. Ну, кто там еще не отказал-то, ёб... Ну все, можно ворон... Не, она еще в мобиле. Ну, воронка в мобиле же. Ушла. Все, ушла. Меня... Это я ластово держал, а думал спиздить. Мы умираем? Понятно. Да. Кстати-ка, лучше дохнуть от больших или от мобов тишина келли. Да, солнечный колодец. Они нежнее убивают или что? Они быстрее. Да, они понял, типа, легко, нежно и
Без последствий и обязательств, да? Те берут в контроль, это намного дольше. Когда я один, меня не берут в контроль. А куда берут? 5 человек онлайн, да? Вот он. 25. Из них 3 это... Или 2. 2 ночники. Да пиздец. Ведите набор. Что я вам могу сказать? Все, кто может, спамьте время от времени, не забывайте про это. Аек, иди сдохни, а? Блять, у Кости какие-то проблемы с этим, блять. Я не отвечаю. Иване, где? Всех посылает сдохнуть кого-нибудь. Керус, где? Цари тут. А чё я XPM покинул рейдовую? Ну, за головку держусь. Ну, чтоб сложность поменять, нахуй. Чё, я буду ждать их, что ли, полгода, нахуй? Нет, не поменялось. Ну-ка. Поменялось вроде, нет? Нет, выйдите. Выйдите все, не заходите. Свали отсюда, блядь! Не, ну она не будет обновляться, там челики АФК, надо минуту ждать, пока их выкинут. Чего, 25 обычка? Нет, дело-то не в том. Да-а-а. Выйди, блядь. Чё-то хуйня какая-то. Я говорю, надо ждать, блядь, потому что не в инсте, блядь, АФК. А почему они выйдите? В инсте? Не пишет обновлено, значит не обновлено нах. Да. А где Заломаныч? Костя, пожалуйста. А, я знаю, что это КД, наверное, блять. Типа слишком быстро проносим. Может такое быть. КД часто вишется. Обновляем, да, бывает. Ну там сколько ждать, ну там дохуя ждать. Ну зайди. Вы выйдите из инста, блять, сейчас. Выйдите. Нету никого в инсте. Никого нету. Еще раз повторяю, зайди посмотри один. Сам я уже смотрел, нету там нихуя. Вот теперь одно. Это КД какое-то было. А че, Седжик персонажа распылил? Нет. Переименовал. Нет. Не, вон у него пятый левел, шмоток на Сирусе нет, смотри. Ну, у него там просто кольцо на удачу одето и маска. Угу. Поставьте шкаф. Знаки на хихо. Ты чё, репа нет? Нету профы, блядь. Ой, профы, это реп. Не понял. Баджи накоплю, вкачаю. Все равно сюда долго еще ходить придется. Я сколько? 250 баджи, короче, слил для прокачки реп. Всех? Или даже 300. Не, не всех, у меня по 12к было прокачано. Угу. Короче, дохуя там надо. Там, да, там, если с нуля, то дохуя. Не Заломаныч. По РБК надо чаще бегать просто. Вот мне надо на друиде РБК пройти. Ну чё, вот Шреддер и Урги офнулся. Просто с игры офнулся. Ну он же написал, ему отойти надо. Ну так 20 минут прошло так... уже. Ну так вот. Ну а Боди там писал... Торжество какое-то, я помню. Что у него? Там день рождения. Ну, день рождения у кого-то, короче. А. Всё здесь. Здесь все Никита, Стас, Гена, Турбо. Сколько у тебя костюм? 6. И слава 2. И у Славы 2, ну 8 урона. По-моему, мы больше залутали, чем 8, нет? 10. Нет, нахуй. 150. 300 воронок лежит у меня, нахуй. Так пойдет? Дони, а, Дони. Заткнись, нахуй. Вот именно. 8 должно быть, по идее.
Ну да, 6 усла. Кости и 2 усла. Так говорите, как будто, блядь. Как тот раз я на Мурлокоса говорю, блядь, 3 воронки выпало. Да-да, я видел этот момент. Доебался до бедного синтека. Там богом и матерью клянется, что 2 было, ты ему нет, ты пиздокол. Он пытался до меня так в Дейси доебаться нахуй. Ничего не пытался, ребят. Говорит, где еще одна воронка, говорит. Вщухивает, стоит, блядь. А, я что-то помню такое, да. Не было такого, блядь. Было, блядь. Не было, блядь. Да, не пизди, нахуй. Это, блядь, это паранойя, нахуй. Ну вот именно у тебя паранойя была. Вяло текущая, что за хрень? Херово, когда вялая. Добро пожаловать на сервер. Так. Приходите голову побрет. Дисплену. Гребаная ГКД просто. Почему на диспл ГКД распространяется? А почему? Потому что диспл. Вот так. Типа на хил на урон распространяется, на поглощение распространяется, а на диспл нет. Пидор ответ. Кто вот этот гений, кто это сейчас сказал? Как блядь, ты думаешь? Как ты думаешь? Я думаю, что все запомнили. Это нет, представитель компании Blizzard. Гомосесина, блядь. Где он? Не трогайте Сашку, не трогайте Сашку, нахуй. Потрогай меня. Не трогайте Сашку. Витя, ты ему предоставишь больше боли, реально не потрогай его. Помните кино Джонни Мнемоник, нахуй? Было кино. Ну, да. Когда там этот был поп сумасшедший, который, блядь, ну, и... хуярил-то всех. Он просто вспомнил. Костя, это не подводка ни к чему. Да. Я тут вспомнил вот. Законченная мысль. А, такой, помнишь? Да, ну хорошо. Помним, да. Ну ладно, я спрашивать хотел просто. Хорошо, что помните. А помните серию South Park про поминику? Я помню. А нет, нахуй. Я даже не смотрю. Такую хуйню не смотрю. А помните такой. Смешарики? Я помню. В 3D, когда стали, пиздец, стрёмный, блядь. Сталин стрёмный, ты охуел? Сталин в 3D стрёмный. 3D. Жесть. Шок-контент. Сука. Я себе, блядь. Я никогда не перестану удивиться, как, сука, РДДшники либо хилы оказываются в милизоне и умирают от её хрен. Это искренняя загадка. Пуля в мозгу называется, эта хуйня. У меня больше всего вопрос, почему все большинство людей мой ник шамана пишут через букву У, нахуй, блядь. Сука. Зуламан. Зуламаныч. Там буква А, блядь. Ты Зуламаныч. Буква А, блядь, чихба. Там чихба. Люди 20 лет Зуламан хуячили, а тут Заламаныч какой-то появился. Чё ты несёшь вообще? Ну, иди нахуй ник поменять, дебил, блядь. Это у тебя ник с ошибками написано, не, блядь, у них неправильное восприятие. Кстати, видели, что больше не будет обновлять инст? Да. Больше за не обновишь. Буква Б. Да. Быдло. Ибо не с первого раза проходить надо. Буква Б, слёзы Алгалона. Буква С. Опа, птица, аккуратно. Буква Б, тут пиздец. Стоять. Буква как же хочется пиццу. И хули давай, ты пиздишь. Давай, шевели нахуй. Бетон. Буква Ю. Как хочется в этого Феникса Джогу закинуть на память ему. Да что сейчас было, блин? А под банком виза полетел. Эй, КФМ, у тебя что нахуй? Мозг отвалился или что, блядь? Да, блядь. Нахуй ты, блядь, в рейд повел его. Пиздец, блядь. Ну чё за рофл, блядь? Ну, ладно, вы пулите, но вред-то нахуя бежать? Это призон забайтил, он выпил банку инвиза и побежал на тапках. И за ним кто-то побежал. А нахуй ты на меня диван кинул, блядь? Я, блядь, в инвизе. На бидона идет, смотри. Умрите смертью храбрецов, блядь. Бидон, выбеги, умри. Да-да, на бидона.
Бидон там наверху где-то у вас. А он у вас, в смысле, он прошел, и типа, наверное, какой-то орехи, может, на ком-то остались. Ну я говорю, он наверху где-то. Бедный бидон. Все проверяйте, там вроде нормально. Бидон сейчас умрет просто, он умер, да. Из комнаты. Чтоб я еще на воронка фарм ходил, нахуй. Тихо, блядь. Донни, нахуй. Нет. Донни, Настропония. Что там, Сумонти или не получил? Нету Лока. Так, Глеба, ты, блядь, куда побежал? Бля, Лок какой-то прокованный вообще. Да Лок вообще прокованный, пиздец. Дохнет и дохнет. В смысле, блядь, долбоёбы агнят, нахуй. Дальше поедут. Я подыхаю. Ты не один. Я, короче, слышите, что, нахуй? Я вам так скажу, нахуй. Больше так не будем бегать. Будет пробегать, нахуй... Кто там, Холидринг? Только IQ у кого 300 есть, нахуй, блядь. Будете тест решать на IQ. Хотя бы 7. Нахуй, один Донни будет. Лок, нахуй. Лок вообще будет, нахуй. Если у него, блядь, не получается, он будет следовать нажимать, нахуй. Чтобы вы проводили, блядь, там ставили шкаф и уже сумонили всех. Потому что, сука, вот это заебало уже говно ебаное. И засумоните Юлю там. Я что-то вообще, ну там, у нас есть два Лока, нахуй, где? у нас есть друид и роги, блядь. Да, только эти Локи не знают, что делать. Начнем с этого. Это раз. Лока зайду, нахуй. Вот я и говорю, будете, блядь, бегать, нахуй, следовать нажмут, и вы будете их вести, блядь. Плюс идти. Банки надо. Не надо какие банки. Банки, нахуй. На IQ надо. Мы же убиваем начало. Да, ты бы знал, как ты в свое время Докстави нажал? Я нормально нажал. Прям идеально, вот честно, вот прям, сука, идеально. Еще бы чуть-чуть, и он бы догнал этот банный. Так, а у нас что, Юля пришла, что ли? Алкаши, подождите. Вон Дианочка говорит, что и банка есть, и знает, что делать, блядь. Вы-то спросили хоть, блядь? Нет, нахуй. Ну так как у нас пачка большая, если мы лесом в пол вкатываем. Да, о чем? Мы же не в 13 человек. Это в мелких пачках нет смысла, потому что они это долго пинают. А у нас такая пачка, что мы просто лицом в пол все закатываем. Ну, смысл? Надо задоджить только курицы. Урги. Нам это, просто и... надо, да, не курить. Только куриц не спулить, и все. Ну, и давайте, там уже сагрили этого инопришеленца. Идите, бейте. Член. Чего про членца? Надо вон, чтобы двое заходили, нахуй. Да какой тут до конца РТ уже хуйню осталось, блядь. И чё, нахуй? Это ничего не значит, нахуй. Сколько бы не осталось, блядь. Хоть полчаса, блядь. Ну, сколько бы не осталось, мы все высосим. Часа, так-то еще. Ну, смотри, мы сейчас полчаса потратим на перелет, нахуй, с инста вынес, блядь. Моментально почти. Блядь, если мы полчаса потратим на перелет, то гильдию надо распускать, нахуй. Можно удалять игру, нахуй, если полчаса мы будем считать. Ну, у нас это так и выходит, блядь. Поэтому, но гильдия почему-то не это самое. Юлаши не было. Юля только сейчас пришла. Я знаю. И этот... Наверное, одному человеку отнять, там, двум. И кто этот, как он называется? Боди и Урги вообще не были этот час, по-моему, да? Ну, короче, если они сейчас зайдут, то можно убить, нахуй, то, что у нас осталось. Если нет, нахуй, то я даже не знаю, нахуй. Вторник, среду, забудьте про выходные. Ну, если не будет, то просто мы контент не закроем. Да, вторник, среду, забудьте уже за выходные. Может, мы просто Соляру сейчас убьем? Нет. Нахуя? Ай. Ну не знаю, ну мы идем просто к ней. Зачем, блять? Ну да, завтра занесем ЗСУ. Давайте сейчас уже пофармимся, пока есть возможность. Ока нужно вообще на последние. Ока надо на последние дни оставлять, как рейд. Уже... А нету никого в последние дни. На последние дни это плохо. Ока фул заносим, в смысле на последние дни. Молока фул заносим, да, типа. Вот Урги один остался, но... Нет, я не к тому, что... Я здесь был, у меня родственник просто приехал, мы сидим с ним, общаемся, но я здесь. Лесники, пожалуйста. Надо одно тело раздуплять и идти уже, блин, закрывать. Что мне заходить? Мне заходить к вам или пока ждать, вы на ЦЛК все пойдем? Надо Урги, чтобы зашел, и тогда пойдем туда. Хорошо. Живу призом, сука. Поставьте джип кто-нибудь, а? Про 20 минут АФК сказал час назад уже, нахуй, сколько прошло? Ну не час, минут до 30 прошло. Кого уже, блядь, час больше прошел? Больше. Час прошел. Ну, час прошел. Час прошел. Во-первых, он за первую получил тогда? С игры...
игры выбрасывают, когда а ПК полчаса или больше. Отказаться, не нажимай на воронку, мне это нужно. Кто нажимает? Я нажимаю, блядь. Опачка, хорош. Свят, спасибо. Молодец. Этот, это у меня одна кость. Да, где Юлия? У меня две. Только что тут два. За все проходы один знак Лидарий только выиграл. Все. Я два. Уже, я а, вот он. Поэтому... У меня четыре. У меня вообще... Я восемь. 162 знака, и чё? Не, я говорю... Столько не упало, не наёбывай нас, да? За все заходы, говорю, у меня только один знак. Я тебе говорю просто, сколько у меня в сумке. Ну вы чё хвалишь-то, не надо. Давайте, чё, разъёбываем, чё... А. Я думаю, чё встанет, я понял, чё встанет. После этого пока поставьте, блядь, джевса. Или хламобота, у кого что там есть, блядь. Так мы после этого пака в целка идем, не? Надо, чтобы Урги зашел, нахуй. Это он, блядь, наебал нас, получается. 20 минут и ушел. Не пойми, блядь, ни ответа, ни привет. Ну, 24 как бы хватает же, нет? Можно в 24 попробовать. Ну, я не знаю, мы, блядь, и в 23 пробовали и тому подобное. Ну, я не против. Я могу шпшку 260 притащить. Какую шпшку? Ну, свою, но я Ярика на нее загоню. А-а-а. Там ДПС, типа, блядь, говно полное. Но... Ну, типа, слот забить, но уже хорошо, правильно? Лучше, чем ноль. Это уже хит будет. Да. Леночка, веди. Так, это ластовый круг. Потом целка летит. Вы все на месте? Я угря нашел. И чё, по воронкам мы кого-то хоть можем одеть, нет? 10 воронок. Нашел. Ну не 10, сразу 4 отнимайте. Ну 6 остается. Вы Лёхе сразу эти закиньте 6 воронок. Да, может, да в смысле выпадет. Закиньте, у него еще кусков нет. Ну, может еще выпадет. И факт, что они упадут тогда. Да бля будут. Там бля бойтесь, там все распределится, блять, без. Ну. Костя там занимается всей этой хуйней. Он адекватно все сделает, так что не беспокойтесь. Не то что дед, да? Тут будете ну, пиздеть, да. Сам буду открывать, ну. Будете пиздеть, я их просто заберу нахуй. Через год только буду раздавать нахуй. Нихуя себе. Когда они касаются голды будут стоить. Да, на туре. Это не зависит от того, сколько там раньше падало. Это зависит от прокта. Были бы они хотя бы по 20-очке, я бы на 300 тысяч бы скупил собой нахуй. Мне надо где-то 4 штуки найти. Что-то одолжить что ли? А? 4 штуки чего, голды или воронок? 4 воронки. Ну я одну за ломаноч можешь тебе купить. Одну долгануть могу. Не, я могу у тебя за 25 купить. Не, так мне самому ворон даже не надо. Ну а у тебя пока вообще нету их, да? Кусков? Нет. Ну, короче, это... Богатенький Буратино, он может накупить этих воронок. Ведите ли там, вы ведете локи? Я типа не буду там больше водить. У нас два лока есть, водите. Потому что он агрит, пет агрит этих дебилов. Это стелси, это у вас, а это у нас. Там, говорит, у меня дома. У меня друг в Москве, блядь. Ну я тебя сейчас сделаю здесь, на. Наберу чуть-чуть. Пал отжался. У вас не будет 2 рубля на проезд, так у вас жив в Москве. Ну так это в Москве, а я буду в другом культурном. В смысле, мы не за 100 выдаем. А кто за 100 тут процентов что-то? Да, за 150 обычно выдаем. Все про что?
Чё так мало? Хуль тут так мало? Воронки за 200. Это наша точка, блядь. И мы её доим. Ты же уёбывался, тебе пизды дал. На пенёк сел должен был косарь отдать, тут хуль так мало. Урод, блядь. Ещё пачку ведите. Саня, ты мне косарь пачку ты до сих пор не отдал. Какой косарь? Ты уёбывался, ты тебе ГП все... дал. Заканыч, ты мне тоже косарь. Сейчас мы полетим в рот. Какой косарь? За что я тебе косарь торчу, Витя? За трансмоги. Ты и Рэй, Витя. А, там Рома рассчитается. Ну, я там не знаю. Вы там сами смотрите, но 2000 голды Саня, я жду. Дрожи. Здесь пыль. Легкий косарь. Ну ладно. Бля, наебал. Наебал. Я-то думал. На, Витёк. Тут за меня расплатились. Чем мы по одному покупаем? Потому что локи водит. Потому что если чё, да. Тут тоже турка. Я грохнули. Хильте, 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 дефайте сами свои дефы, хилки нажимайте. Что-то зависло на. Да ничего не зависло. Ломаныш, не гавкай. Не, сейчас зависло вот только что. Нихуя не висло, блядь. Видишь, попадали все. Ну да, это потому что... Я его когда падаю. Это потому что зависло. Но... Красного связи тоже не убегает, потому что сервер виснет. Ну да, сервер хуёвый, я же говорю. Не потому что люди слепые, да? Ну чё, да. Сука, прощальную воронку. Люди вообще слепые. Идеальные, ёба, ты чё, ну да. Вон слева пак есть. Без изъянов, нахуй. По образу и подобию. Да. А что вы тогда кто? Бичи. Кто? Не трожь, нахуй. Это эталон. Вот, она, вот она, тебе она, прощальная воронка. Вот тебе прощальная воронка, нахуй, на ныли, блядь. Это предпрощальная была, сейчас еще пак идет. А, там еще пак? Да. Ой, бля, бегут, пиздец. Пиздец, бегут, много-много. Бегут, 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 и я бегу. Где эта воронка? Какая воронка? Где воронку живу, украл? Отошел кэзнуть. Где там урги, нахуй? Все кинул вас. Это же он был, нет? Нет. Он вообще... был. Да вообще-то он был только что. Не, по-моему, нет. Это да он. Он был. 10 раз сказали уже, ёбан, Донни, блядь. Донни. Так, у меня 3 воронки. Куда идёт эти воронки? Ну, у меня 8. Дедок, по-моему, у тебя 4 должно быть. Так, куда ты делал? Нет, у меня 3. Продал уже. Донни, блядь. Спиздил, да? Понятно, закрысить захотел воронку. Ясно все нахуй. Чёрная бухгалтерия. Я говорю, предпоследняя. Чёрная бухгалтерия. Я ставлю порт. Да, 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 наверное. Ну да, больше пока. Что, я в целка летим, получается? Порт Артур. Ну, ребята, ты же с нами, да? Астральное возвращение, всем понравилось. Слава. Астральное возвращение. Чё? Куда идём? Ну, в целка, да. Конечно, блядь. Профана доебашить. Опа! Он злой вафля, продам воронка, 26к. Ты залутал? Или ещё не залутал? Да, я залутал. Так, всё, вот. Пиздец, ты с нами? Он же идёт? Вы заходите, нет? В кого? Сколько в всего, получается, 12 у тебя, да? Один... А, да, 12. Всё, я, короче, полетел. У меня телепорт свой. Хорошо быть шаманом, у тебя 2 камня есть, нахуй.